Итак, дорогие друзья, мы с вами тут научились делать ручки, пальчики, голову, прически. И теперь надо нам, прежде чем мы тело сделаем, надо еще вернуться к ногам. На ноги одеваются обычно ботиночки, да? Поэтому давайте-ка мы вот сейчас сделаем следующее. Е по Z. Так. В нашем случае это будут кеды. Сейчас они, конечно, не похожи ни на что, да? Но всему свое время. Если мы сейчас с вами пойдем в манифер и скажем, что в subdivision, мы сразу получим вот такую же ботиночку неплохой. А если мы удалим вот этот фейс, то еще и получим валеночек. Вот из этого валенка нам надо сделать современные кедики. Давайте делать. Так, ну я думаю, даже вот это может быть чуть-чуть G подвинем вперед. По Y вот так. Раз, все. Теперь Ctrl R. Сделаем такую плюшечку. Более-менее. Так. Даже может быть G+Z немножко повыше. Вот так. Теперь выделим. Все вот эти. Далее Alt-E. И возьмем, что Extrude Face по нормалям. И вот так проэкструдируем ее по нормалям. Видим, что мы вокруг сделали такое ребрышко. Да? Прекрасно. То, что и нужно для кедиков. Мне кажется, вот это слишком высоковато. Поэтому возьмем двоечку ребра. Alt. И давайте опускать немного. G. Назад. Где-то вот так. Так, когда основная форма готова, мы можем, пока мы ничего не делаем здесь, мы просто говорим, что мы согласны. С этим и начнем вот с этим уже с этой формы работать, по сути дела. Угу. Так. Так, следующим нам нужно будет перейти опять в рабочее, выбрать вот это кольцо. Ну, да, кольцо получилось так. И теперь Ctrl-B. Начинаем раздвигать. Где-то вот так. Но нам надо опять же Ctrl-E оставить вот это. И тогда мы сможем с вами выбрать точку. Вот это и вот это. В этом случае, если мы нажмем P, то будет selection. Вот так. Мы получили теперь отселектированный кусочек, который, в принципе, можно двигать или не двигать, просто оставить так. Вот он у нас, куб 0,1. Хорошо. Пока все нормально двигается. Так, далее мы пойдем в объект Set Origin, скажем, вот центр of mass. Так, и теперь S. Увеличим это дело. Вот так. К примеру. Далее модифер. Язычок делаем, да? Солидный такой. Ну, такой, допустим, да, сделали.
можно чуть побольше, очевидно. Так. И к нему применим modifier subdivision. Вот. Так, что мы тут видим? Мы видим следующее. Можем вот эти выбрать, потянуть наверх, G, по Z, и это вот, растянем, так, угу, и еще и подзагнем, G по Y, да, то есть вот так сделаем. Ну и порядок уже получается. Отлично. С этим потом разберемся. Все хорошо. Вот такой у нас язычок, как и положено ему быть. Хорошо. Идем дальше. Теперь выделяем этот. Идем в скин. А, нет, солид. Солидную штуку идем и внутрь мы его делаем. Так. Выравниваем. Так, хорошо. Ну и далее мы можем теперь спокойно сказать, что мы еще раз его subdivision сделаем. Surface. Пока так. Так, ну теперь давайте попробуем делать следующее. Я сохраню теперь. Если что. Потому что я сейчас сделаю шаг, который потом трудно убрать. Солидность моя, если мы с ней согласны. То мы можем сказать, что да, ребята, play. Все. Теперь переходим обратно в объект мод, а вернее edit мод. Берем вот это, говорим p selection, возвращаемся в edit мод, выделяем этот selection, опускаем его вниз. GPZ вот сюда, где-то примерно так. И теперь поднимаем его с помощью E. Выделяем еще раз. Давайте еще уменьшим чуть-чуть. Вот так. И теперь E. Поднимаем по Z наверх. Вот так. Угу. Носочек такой. Ну а тут мы можем, конечно, солидности ему добавить. Ну как он тут? Вот так, допустим, да? Такой вот солидный будет у нас носок. Пускай он такой и будет. Отлично. На этом пока так вот остановимся, а там посмотрим. Может быть, надо больше, надо меньше. Интересно. Так, пока так. Так, ну давайте мы еще раз займемся. Так, то есть возьмем объект set origin вот сюда. Угу. Опустим немножко внешне. Да. Так. Так. Еще я такой, чтобы я добавил толщины этому носку. Ну, это надо было раньше делать. Так. И теперь modifier subdivision surface.
Это вот так, да? Так, E, Ctrl-R, Ctrl-R. Вот так это. Пока так. Я не знаю, можно ли ему добавить еще раз солидности. Типа вот так потолще, да, сделать. Можно. Все, пускай пока так и будет. Отлично. Так, давайте сначала вот тут сейчас сделаем Ctrl-R. И немножко сожмем ее. Так, немного. И вниз. Так оно будет более выглядеть. Солидненько, так. И теперь выбираем. Троечку и выбираем все вот эти вот полигончики. Вот так. Выбрали. Отлично. Еще немножко выбрали. Но вот тут уберем. Нам не надо. Вот. И теперь скажем, что P Selection. Угу. У нас теперь она отдельно. И мы можем ее немножко увеличить. S. Сюда. И сюда. Двигаемся по Y. Вот так. Угу. Отличненько. Вот мы это сделали. Прекрасно. Единственное, что почему-то здесь у меня такое ощущение, что она полая. Это не должно быть. Мы рано, видите, рано мы ее убрали, что я и боялся. Ну ладно, придется теперь к этой детали еще теперь солидности добавить, причем солидности изнутри. Вот так. Извиняюсь. Коронавирус проклятый. Все. Сделали мы ботинок. Ну, можно еще немножко подвинуть вот G по Y. Вот так. Вот. Угу. Есть. Так, ну что ж, пора теперь уже и, наверное, сказать, что у нас Subdivision будет по... Так, этот тоже... Сейчас у этого то же самое. И здесь, соответственно. Тут может быть чуть-чуть еще раздвинуть S.
Нет, так. Пускай будет. Так, допустим. Далее. Так, у нас есть небольшой косячок вот тут, да? Ну, я думаю, что мы с ним справимся, если, скажем так, S по X. Вот так. Все. Отлично. Так, теперь следующее. Нам нужно будет с вами сделать вот так. Так, взять курву, взять патч. Вот он, патч. Давайте мы его поднимем, куда нам нужно. G. По Y. Вот сюда. Так, и немножко по S. Вот так сделаем. После этого пойдем сюда. Геометрия. Экструд. Где-то вот так сделаем, так. Такой вот завязочки мы сейчас с вами будем делать. Угу. Так, давайте теперь R по X на 90 градусов я полу. Оп. Нет. R. X на 90. Все. На 90. И теперь пойдем вот сюда. Здесь, во-первых, скажем, 2. Вот так. А здесь был. Давай вот так, к примеру. Так. И теперь нам надо, чтобы это была половинка. Где же у нас тут? А. Нет. Это должно быть в одном из... что я могу сказать, что там только половина. Сейчас найду. А вот здесь половинка нам нужна. Вот так, половинку. Отлично. Вот, да. Ну, теперь мы можем это дело все закруглять. Лучше, наверное, это взять. Но лучше это делать не так. Лучше это делать вот с этой стороны. И теперь же вот так. Вот так оно должно быть, как минимум. Так, теперь вот эти две просто чуть поднимаем без этого G, без этого, вот так. Такую сделали. Ну и будем сажать на место. Так, ну еще, сейчас мы поставим пряменько. Вот тут нам нужно будет сделать так. Е сюда, Е вот сюда. Загнуть, так сказать. Так, отлично. Теперь здесь Е сюда. Е сюда. Чудненько. Так. И может быть чуть потоньше сделать вот так. Ну а теперь опускаем G. Z. Оп, нет, не так. Вот так. G. Z. Пускаем сюда. Так, маленечко S по X. Сжимаем. Видим, что мы переборщили тут. У-у.
Вот этот я имею в виду, мы переборщили. Посему это вот G опускаем, делаем площадь. Так, допустим, да? Да. Ну и тут уже без проблем. G сюда двигаем по Y. Вот сюда. Так. А далее ставим сюда, говорим Shift D. Shift D. Так. Сюда двигаем. И немножечко наклоняем R. Так. Здесь тоже R. Так. Здесь говорим Shift D. Это тянем сюда. Наклоняем. И этот наклоняем. Тащим. Готово. Остальное можно уже доделывать в рендеринге. Так, хорошо.